Тольятти провели учения ФСБ. По сценарию вооруженные преступники захватили в заложники пассажиров автобуса на автовокзале в центральном районе. Пока с налетчиками велись переговоры, территорию вокзала и пути подъезда оцепили военные и полиция. После этого в дело вступил спецназ. Вся операция вместе с разработкой плана и захватом заняла примерно 3 часа.